Во вторник в Самарской области переменная облачность, местами осадки. Плюс 18 днем, ночью 10 выше нуля. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность, небольшой дождь. В дневное время плюс 17, ночью плюс 10. Ветер западный 2-7 метров в секунду. В Тольятти переменная облачность, небольшой дождь, днем плюс 19, ночью плюс 11 градусов, южный ветер 3-7 метров в секунду. В Самаре переменная облачность, дождь, днем плюс 19, ночью 10 с плюсом, ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 82%, температура воды в реке Волга плюс 21 градус, геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.